Добрый день, меня зовут Екатерина Ромашко, я представитель школы Комсек Тренинг в городе Сидней, Австралия. Наша школа – известный поставщик разнообразных программ обучения, призванных помочь людям получить более высокую квалификацию и, соответственно, найти хорошую работу. У нас большой спектр обучающих программ, начиная от коротких однодневных курсов, таких как White Card, First Aid, Working Heights и так далее, и заканчивая долгосрочным обучением. А также в нашей школе вы можете сделать сертификацию RPL. Сегодня я бы хотела поговорить более подробно именно об этой сертификации. Что же такое RPL? Recognition Prior Learning. Это подтверждение квалификации независимо от полученного образования на основании опыта работы и вашего предыдущего обучения. RPL позволяет специалистам использовать существующий опыт, чтобы получить квалификацию гораздо быстрее и дешевле, чем если бы им пришлось пройти полный курс обучения. Можно сэкономить время и деньги, не изучая заново то, что уже знаете. Благодаря опыту, полученному при работе в той или иной отрасли, вам только нужно будет предоставить доказательства уже имеющихся знаний и умений. Еще раз хочу заострить ваше внимание, что если у вас есть опыт работы в вашей отрасли или какой-либо предыдущий опыт работы в той или иной области на профессиональных или волонтерских должностях, вы можете получить сертификат RPL по той специальности, которая вас интересует. Какие же есть преимущества у RPL? Первое – это скорость получения сертификации. Получите сертификат в кратчайшие сроки. Это занимает от 2 до 4 недель, в зависимости от курса. Никакого реального обучения. Обучение в классе не требуется, не нужно сдавать тесты и экзамены. Экономически эффективно. Вы не тратите время на процесс обучения. Ну и, конечно же, это карьера, расширение возможностей карьерного роста. Если вы трейдер, то после получения сертификата вы можете смело подаваться на получение той или иной лицензии. Какие документы нужно предоставить? На каждый сертификат собирается, естественно, индивидуальный пакет документов. Стандартный список. 100 Points ID, действующий документ, удостоверяющий вашу личность. UC Number, резюме, рекомендательное письмо, доказательства, подтверждающие соответствующий опыт работы, фотографии и видео вашей работы, любая предыдущая квалификация или соответствующие лицензии, краткосрочные курсы, которые вы получали, и документы об образовании при наличии. И в завершении я бы хотела перечислить список курсов, которые мы предлагаем. Я не буду перечислять весь список, потому что курсов очень много, озвучу основные. Diploma of Business, Children's Service Certificate Free in Early Childhood and Education Care. Diploma in Early Childhood and Education Care, Hospitality, Advanced Diploma of Hospitality and Management, Individual Support, Agent Support, Disability, Accounting and Bookkeeping, Finance and Mortgage Broking, Certificate 4 in Training and Assessment, Certificate 3 and 4 in Hairdresser, Beautician, Massage. Также трейды с рабочей специальности – тоже перечислю основные. Certificate Free in Plumbing, Diploma of Business, Certificate Free in Carpentry, Landscaping, Electrician, Aircon Refrigeration, Painting and Decoration, and Building and Construction. За более подробной информацией и обширным списком сертификаций обращайтесь по телефону или имейлу, который вы увидите в конце этого видео. Очень надеюсь, что информация вам была полезна. Всем хорошего дня!